травма была у нас сколько лет? 2 года назад, да, получается? 5 лет назад. То есть ноготь был у нас расщепленный. Матричная зона осталась целая, то есть лунка, зона лунула осталась целенькой. Кутикула интенсивно нарастает. Сделали протезирование. Сегодня у нас 13-11. Ну, теперь будем наблюдать наш ноготочек. Но время надо не менее года, от года до 3 лет, чтобы мы восстановили ногтевую пластину. Случаев у нас предостаточно. И теперь будем стараться, чтобы наша девушка, красавица, выполняла все рекомендации.